Здравствуйте, ребята! Привет-привет, мальчишки и девчонки! Вы сделали все очень верно. Настроились на прием новостей. Ведь в эфире Оспон, а в студии Зарик Баймурзин и Сулпан Искужина. Сегодня в выпуске. Как стать лидером? Хайбалай Нуларе. Кышкы Мелзе Жалер. Новый год. А наши учащиеся в Хайбургском районе написали итоговые сочинения. Да? Да-да, 2 декабря ученики 11 классов написали итоговые сочинения. По итогам этой работы ученики получили допуск ЕГЭ. Если выпускник справится с поставленной задачей, то получит отчет. Если нет, еще одну попытку написать итоговое сочинение. Время написания 3 часа 55 минут. 3 часа? Как можно терпеть? Ну не знаю. Об этом нам расскажет учительница второй школы Найля Анасовна. В нашей школе 34 выпускника готовятся к выпускным экзаменам. И, соответственно, сегодня все 34 присутствуют на итоговом сочинении. Для итогового сочинения шла очень длительная подготовка, проводились факультативы, элективные курсы. Надеемся, что наши дети успешно подготовились и успешно напишут сочинение. Тема сочинения по электронной почте мы получили без 15:10. Вот уже в 10 часов раскрыли пакеты, и ребята уже сели в аудиториях, начали работать. Зарик, а вот в Доме детского творчества 4 декабря 2015 года прошел конкурс «Я лидер». Кто такой лидер? Какими качествами должен обладать лидер детского движения? Какой ведет работу? Далее нам расскажет Искужина Сулпан. В Доме детского творчества собрались лидеры детских общественных объединений образовательных учреждений Хайбургского района. Участники конкурса «Я лидер» представляли творческие работы в следующих номинациях: стендовая презентация, расскажи мне обо мне, презентация лидера, дискуссия, социально значимая акция. Этот конкурс помог жюри выявить самого артистичного, талантливого и, конечно же, одним словом, настоящего лидера. По итогам конкурса первое место заняла Набиуллина Элина из села Подольск, второе место Ганетдинова Лиана из села Уфимка, Рахметова Ляйсян из села Новозерган, третье место Щербакова Сения, села Акьяр из второй школы, Баймурзин Зариф, села Акьяр из первой школы. Ну, я со школы номер 2, села Акьяр. Я министр культуры. У нас очень хорошее министерство, наши активисты школы. У нас есть президент, много министров культуры, спорта, образования, ну и так далее. Проводим всякие акции «Помоги ребенку», «Белый журавлик», «Помощь детям». Мы недавно ходили в приют и подарили им книги, чтобы они больше читали, развивались. Также сегодня я участвовала в конкурсе «Я лидер». Мне очень понравилось. Конкуренция была достойная. Ну вот, например, я в школе у себя не раз выступала ведущей, в роли ведущей. У меня развиваются не только творческие способности, артистизм, уверенность, решимость. Я больше раскрепощенная, развиваю свои таланты и фантазии тоже. Лидер обладает энтузиазмом, он стремится в будущее, он ведет людей за собой, и он обязательно мыслит позитивно. В нем не должно быть пессимистических таких эмоций. Я думаю, что лидерами становятся. Вначале человек рождается индивидом, потом он развивается и становится в итоге лидером, который очень целеустремлен, общителен и, конечно же, позитивен. Сегодня наши участники были самыми активными, творческими и показали нам свои организаторские и творческие способности. И, конечно же, рядом с вами были ваши классные руководители и одноклассники. Единственный ключик от сердец тех, для кого мы творим, не спим ночами и мечтаем сделать этот мир немного добрее и счастливее.
из Кожны Сулпан, передача «Оскон». Спасибо директору Лидии Владимировне и нашему спецкорреспонденту из Кожны Сулпан. Вот так, ребята, лидерами не рождаются, а становятся. И будьте такими активными и энергичными, и нам было бы на кого равняться. Да-да, конечно. А вот в конце ноября наши ребята из разных концов района выступали на ежегодном гала-концерте традиционного конкурса «Хайбула НЛРЫ 2015». Далее нам расскажет спецкорреспондент Акужина Эльвира. 10 декабря в 3 часа в районном доме культуры прошел ежегодный конкурс «Хайбула НЛРЫ». Данный конкурс проходил по трем направлениям. Эстрадное направление, народное направление и вокальные ансамбли в трех возрастных группах с 6 до 10 лет, с 11 до 14 лет, с 15 до 17 лет. После отборочного прослушивания на зональном этапе, где участвовало 218 ребят, на районный тур прошли 25 конкурсантов и 12 ансамблей. Победители и призеры награждены почетными грамотами и ценными призами. Поздравляем всех участников и желаем им дальнейших творческих успехов. Волнение, терпение было, быстро охота было выйти. После выступления успокоился. Какую песню ты вспомнил? Башкирскую песню, эстрадное направление «Кызыл-Юрга». Первый раз мы выступили на большой сцене. Мы выступали в «Хайбула НЛРЫ 2014». Наша песня была «Онлайн Гене Улатай», и мы получили номинацию. Мы волновались, но мы выступили хорошо. Желания мои такие, чтобы они победили и получили грамоты, и чтобы все выступали каждый год. И главное – это участие в конкурсах и победить. Берется костан берли, мин супларда, отношам, приздаралам, мин садиктан берли, сахнеле юрием. Мин был супларда, вакарым аулам тиган ерда ерлана. Оны Кадир Али Байфенга. Ол ерді әлі бір кімде ерлағаны ек, мен бір өзім дәрістеге ерланы. Да, Сулпан, вот же где они, наши талантливые ребята, наши будущие певцы. Зариф, представляешь, 12 декабря – День всемирного детского телевидения. Это один из самых светлых и добрых праздников. В предновогоднем конкурсе «Кашко Можжезаляр» самые активные участие приняли дети и их родители. Возраст участников от 7 до 18 лет в трех возрастных группах. Всего было представлено 90 работ. Больше всего игрушек нам привезли из села Макан. 15 участников. Молодцы! Да, красиво сделано. Сулпан, представляешь, уже Новый год. Да, время быстро летит. 24 декабря 2015 года в Доме детского творчества прошла административная и профсоюзная елка. Об этом нам расскажет спецкорреспондент Курумтаев Ильяс. 25 декабря 2015 года в Дом детского творчества села Акер состоялась административная елка с участием более 200 детей общеобразовательных учреждений района. Участниками елки приветствовали заместитель главы администрации муниципального района Хайбулинский район Минзаля Губайдулна Баймурзина. В программе праздничного мероприятия были представлены игры, музыкальные поздравления. Административная елка стала настоящим чудесным праздником, подарившим радостные многовения всем присутствующим. На торжестве ребят встречал самый главный новогодний волшебник – Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. В актовом зале ребята пели песни, читали стихи, танцевали, с удовольствием водили хороводы вокруг красавицы елки. После новогодней дискотеки была возможность сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой. На административную елку собрались самые одаренные дети и талантливые дети района, отличники учебы, победители и призеры олимпиад, муниципальных и республиканских конкурсов, спортсмены и лидеры. Мин конфет булып киендим, мина окшай конфет булып киенгенем үсін. Яңы елнан бүтәгізді лі құтлайм, хэм хызге өзімдің тілектерімді әйтәм. Хау булығыз. Яңы елді хәйбәт, матур итеп үткәрегіз. Хызы құтлайым яңы ел менән. Тәләкләрім
Аурамағыз, бишлер, дүртлер алығыз, екі үшлер алмағыз. Әсенді тыңла, атанды тыңла, оқытылсында тыңла. Қар бабай қайда болған, епші қарды тәгір әттіп, әуәләнім қар бабай. Оны яғау қиын түгіл, оны яғау яп-ябай. Үс өмір сақ етіп қойды кәудәменен башына, танау етіп кешір қойдым қара бояу қашына. Пахнут леса пушистые ветки еловые, игрушки блестят и дыхают. Боже, счастье, радость новые, Новый год приводит за собою, с Новым годом! Краснощеки, карапуз, твой теперь надежный друг. Вместе будете расти, вместе будете дружить, набираться сил здоровья, позабудут вас всех пор. С вами был Турумтаев Ильяс, телестудия «Оскон». Бына біздің яқшы оқығаны үшін Регина Билалова Мәскәу қалағындағы президент елкіғына сақырылды. Әйдәгіт ғуд берейік. Менің айват оқылыма үшін Серікті ғыл дұр дейшкін асыға. Исследовательскі работалар яды мен бірінсі орын алдым. Иншалар яды бірінсі орын алдым. Шынан ансамбалым бұдымынан бірге Айбұлы аниялары конкурсында бұйыл бірінсі орын алдық. Қуандым енді қотылсым, дәріс башында еніп, ғиынсы бүдін Регина бұд Мәскауға бар әтегәз. Мен ұлттардың дашынан ғана анлап қалдым ұл өтмен деп. А мы всех поздравляем с наступающим 2016 годом. В наступающем году желаем вам счастья, семейного и материального благополучия, крепкого здоровья и отличного настроения вам и вашим близким. Пусть в доме царят уют, любовь и веселье, а каждый день будет наполнен радостью и уверенностью в завтрашнем дне. А мы на сегодня прощаемся. С вами был Зариф Баймурзин и Искужина Сулпан. Пока-пока. Удачного дня. С Новым годом!